Всероссийские отборочные соревнования по боксу РФСО «Спартак» среди юношей и девушек 13-14 лет завершились. Состязания между спортсменами длились 7 дней. Во дворце спорта «Триумф» за финальными боями наблюдала наша съемочная группа. Среди 213 спортсменов из 26 регионов России финальный сигнал прозвучал для 32 лучших боксеров. Юные борцы проявили мастерство и получили шанс побороться за первые и вторые места в финальных боях. Все участники представляют общество «Спартак», являются спартаковцами. И сегодня финальный день, вышли сильнейшие боксеры. И мы сегодня поспорим за звание лучшего, который будет представлять общество «Спартак» на первенстве России по боксу. Всего 16 весовых категорий. Амир Абдуллаев из Москвы, а его соперник Ярослав Муратов из Калининграда. Они встретились в весовой категории 48 килограммов. После трех раундов непростого боя победу одержал боксер из синего угла ринга. Одержал боксер из синего угла Абдуллаев Амир, город Москва. Первые 30 секунд, то есть думаю, разбираю соперника, а потом уже понимаю, что делать. Соперник на меня полетел. Он был чуть выше меня, поэтому мы договорились с тренером в среднюю ближнюю дистанцию заходить. То есть с маятником и глубоко засаживать. Получилось все. То есть я очень рад. Своей победой Амир получил путевку на первенство России, где планирует выступить с таким же результатом. Всего по итогам ежегодных соревнований по боксу золотые медали получили 16 юношей и 12 девушек. Анастасия Гладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.